Зинаида Петровна, здравствуйте. Спасибо, что приняли нас. С большим удовольствием. Как вы сегодня оцениваете уровень развития отношений между нашими странами? А какой может быть уровень развития между двумя братскими народами? Между нашими республиками сложились дружественные взаимоотношения. Это продолжается и по сегодняшний день. Я бы сказала, что это очень теплые дружественные отношения, потому что и бизнес азербайджанский работает тут в Республике Молдова. Кроме того, у нас есть гуманитарное сотрудничество. Азербайджан вкладывает и в развитие некоторых социальных объектов у нас в Республике Молдова, в гагаузской автономии. Это очень важно. Но я хочу сказать, что уровень, пожалуй, можно оценить по нашим дипломатическим взаимоотношениям. В 2005 году было открыто посольство Азербайджана тут, в Республике Молдова. Тоже в 2005 году, месяц позже, в ноябре месяце, по-моему, было открыто посольство Молдовы в Азербайджанской Республике. Я посетила и то, и другое посольство. Я знаю наших послов, которые работали в Азербайджане, всегда очень хорошее сотрудничество. И с азербайджанским посольством у нас теплые дружеские взаимоотношения. Мы всегда встречаемся с вашим послом, общаемся, но кроме всего прочего, это люди. Люди, которые дружат между собой. И мне очень нравится Азербайджан и отношения людей. Вы знаете, у меня был один такой случай, вот душевный. Я даже вашему президенту, господину Алиеву, рассказала про этот случай. Я в один год отдыхала в Нафталане. И мы поехали на экскурсию в ваше голубое озеро, как оно называется? Гёль-Гёль. Жарко. Мы сели в кафе с мужем попить чая. Деньги я, естественно, не успела поменять. Не подумала почему-то об этом. Сели выпить чая, подходит хозяин. Я говорю, вы можете нас в другой валюте рассчитать? А он говорит, а вы откуда, из России? Я говорю, нет, не из Молдавии. Ой, вы из Молдавии, вы мои гости. Это было с таким воодушевлением воспринято. У меня на столе оказалось не только чай, а все, что было к чаю. И причем, сколько я не просила хозяина, он не хотел взять ничего, ни одного гроша. Вот за это угощение. Поэтому я всем рассказываю про азербайджанское гостеприимство и даже отношения вот в Нафталане, в самом санатории. Бесподобные отношения. Ну и, конечно, на уровне государственном. Какие дела делаются для развития межпарламентских отношений между Азербайджаном и Молдовой? В апреле месяце этого года состоялась межпарламентская ассамблея стран СНГ. В рамках этой ассамблеи у меня была встреча, официальная встреча двухсторонняя с госпожой Гафаровой, председателем Мили Меджилиса Азербайджана. Мы обсудили наши двухсторонние межпарламентские взаимоотношения. У нас есть группа дружбы с Азербайджаном в парламенте создана. Хочу сказать, из 101 депутата в эту группу дружбы входят 37 депутатов молдавского парламента. В Азербайджане создана такая группа дружбы. Мы сотрудничаем в этом отношении. И, конечно, есть на других международных площадках парламентских, где мы обсуждаем свои совместные вопросы, где мы поддерживаем друг друга в межпарламентском сотрудничестве. Как вы видите дальнейшие перспективы развития отношений между нашими странами? Мы над этим должны работать, независимо, что происходит. Потому что каждая из наших стран, вы понимаете, друзья те, которые просто дружат, потому что без какого-либо интереса. Каждая страна пытается защитить свои интересы, интересы своей страны, своего народа, и не навязывать что-то другой стране. Потому что у нас в Молдове тоже есть много друзей, которые говорят, вот вы дружите с теми или с другими. Но дружите с этими, значит, должны выступать против кого-то. Мы за невмешательство во внутренние дела любой страны. Мы за то, чтобы сохранялся мир. Везде живут люди. Все имеют право на жизнь. И никто не имеет права отбирать эту жизнь. Поэтому дальнейшие взаимоотношения — это только на условиях взаимного сотрудничества.
Мы очень будем ждать и развивать и туризм. Есть что посмотреть в Азербайджане. Я немножко путешествовала в течение 10 дней по Азербайджану. Это прекрасная страна. Приглашаем посетить и Молдову, посмотреть. Потому что Молдова — это не только Кишинев, зеленый Кишинев. Вот сейчас мне приходится ездить очень много по стране, и я всегда восхищаюсь своей родиной. Просто восхищаюсь, насколько это красиво. Надо этот кусочек края сохранить. Инаида Петровна, благодарим, что приняли нас. Спасибо огромное. Спасибо.